Полиция в швейцарском Цюрихе и Париже применила силу для разгона курдских демонстрантов, которые устроили протесты у посольств Турции. В столице Франции, где после ноябрьских терактов подобные уличные акции запрещены, стражи порядка тут же начали теснить людей с проезжей части. Подъехал автобус со спецназом. Полицейских полетели камни и бутылки, и те ответили слезоточивым газом и резиновыми пулями. Несколько человек получили ранения. Протестующие требуют, чтобы Анкара прекратила военную операцию на юго-востоке Турции, где проживают преимущественно курды.